меняя тему. А как мы мальчика от девочки отличаем? Лишь половым признаком. Очень хорошо. И что же такое есть у мальчиков, чего нет у девочек? Чего, давайте, давайте. А? Какие половые члены? Пенис и тестикулы, яички, правильно? И все ждут, что у мальчика новорожденного яички, тестикулы должны быть очень ярко выраженными. Этого может не быть мамы, ожидающие мальчиков. Обратите внимание, до 30% мальчиков рождаются, и у них или одно, или два яичка еще находятся в полости тела. Они могут опуститься только к году. Может мошоночка одна висеть, как пустой мешочек, а может вместе с мошоночкой быть подобранным. Ничего страшного в этом нет. Это абсолютно нормальное явление, паниковать не надо. Соответственно, годы, если не опустится, тогда обращаются к врачам, делают операцию, чтобы помочь выйти яичкам. Но имейте в виду, что это нормально.